4 декабря. Видео распаковка для Владимира. Это город Саратов. Значит, у пользователя 183 рост, 85 килограмм. И смотреть мы будем с этой стороны. Смотреть мы будем на Blue Chairs Icon Yava Edition. Это гибридная версия. Кресло выглядит вот так. Лично, по моему мнению, это самое классное кресло. С самой классной эргономической спинкой, повторяющей изгибы позвоночника очень аккуратно. То есть она не идеально прямая, не выпухлая, не впухлая, а слегка повторяет эти вот линии. Все аккуратно, чтобы не навредить. Комплектуется двумя подушками мягкими, угол наклона 135 градусов. В комплектации имеются вот эти подлокотники с косой направляющей, тоже такой жирный плюс к этим креслам, где косые направляющие, что можно менять подлокотники местами, и вся подушка подлокотника сдвигается или ближе к спинке, а если в штатном режиме поставить их, то она будет подальше от спинки, то есть для любой позиции. В комплектации мультиблок, да, тот же самый, усиленной планкой. Наверное, заметили, что у меня здесь мультиблоком и сиденьем есть шайбочки закладные. Это я выравниваю угол атаки именно сиденья вот этой рабочей поверхности. Вот, можно приглядеться, она, видите, еще завалена на спинку. Еще пару шайбочек надо кинуть, и будет угол, прямой угол. Я для достижения прямого угла вот этого, я именно делаю вот эти закладные. Я привык сидеть более-менее 90 градусов. То есть сейчас он у меня вон 10 градусов откинут, а так 90 градусов, минут по 20 я сижу, поэтому мне нужно, чтобы вот здесь был прямой угол. Именно вот в этом сочленении спинки. По умолчанию все кресла, все вот эти сиденья, у любого кресла практически все они завалены на спинку, поэтому можете дома проэкспериментировать. Покупаются вот эти усиленные шайбы. Внутренний диаметр 8 под болт, восьмерку, наружный, ну неважно какой, главное, чтобы они были толстые. Там миллиметр полтора толщиной. И способом набора выравниваем угол атаки рабочей поверхности параллельно полу. Достигается вот здесь угол 90 градусов. И экспериментируйте, выравнивайте, пробуйте. Поэтому есть такой лайфхак, это кресло. Кому интересно, может, моделька. Напоминаю, гибридная Yava. Она у нас крайняя. Ладно, что рукавить, она последняя. Поэтому она стоит у нас здесь. Что такое гибрид? Сейчас мы покажем. Все, завал. Подушки развалились. Вот видите, из-за ненадобности этих подушек они у нас здесь скапливаются в углу потихонечку за рабочий день. Так, вот что такое значит гибрид. Мы его прибавляем, приближаем. Вот видите, все, вот там живут муравьишки. Все испещрено микропорами. Он идет, идет. И все, кресло вот в этих микропорах. Так, раскроем его. Все. Абсолютно новая, запечатанная вот в этих остальных частях, которые в коробочке у нас лежат. Подушка, инструкция. Значит, пойдем сразу по инструкциям, по правилам, по рекомендациям. Изучаем эти значки, вот так сидеть на кресле не надо. И, соответственно, все остальное. Так как там гибрид, но это все равно полиуретан, да, сверху у него вот это вот инновационное вместо вот этой механической перфорации микропоры. Как они их там делают, история умалчивает, поэтому в любом случае все равно не надо экспериментировать и сидеть в трусах по голому торсу. Минимизируем у нас соприкосновение кожи с эко-кожей, также на подлокотниках. Но если это есть соприкосновение, то покупается автохимия. Автохимия, бутылек вот такой, и раз в месяц хотя бы, ну, делаем
ему влажную протирочку. Все, что остается, а самое главное, это соль. Убираем с поверхности кресла, подлокотников, соответственно, спинки. Раз в месяц вот такой бутылочкой отпираем. Это уже за 8 лет доказано. Конечно, что жестко эксплуатировать кресло. Ну, вот оно будет просачиваться внутрь, и изнутри его будет распихать. Разъедать, не знаю, что он, там, какие химические процессы происходят, но не надо рисковать и экспериментировать. Вещь требует ухода, так как дорогая. Так, пятилучие. Вот у нас алюминиевое, прямое, такое же, как вот, у Нобеля. Если у Эпика оно отличается, оно холмиком идет, видите, то у Нобеля уже комплектация идет дорогая. Итак, продолжаем разговор. Значит, вот у нас сидушечка. Смотрим на подлокотники. Все ровненько. Замечательно. Смотрим, что направляющая косая. Вот видно, что она косая. То есть можно экспериментировать будет дома. Тут я вскрою чехол, проверю болтики. Эту операцию можно будет провести, повторить. Там, в течение первых полгода тоже снять колпачок и протянуть там месяца через 4 вот эти болты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пушерезьба подтянется, утянется металл, и болтовое соединение ослабнет, и появится не технический и не нужный никому лишний люфт. Кнопочка, видите, здесь она какая перламутровая металлическая кнопочка. Такие нюансы маленькие. Так, что вот, хочу еще спинку поближе показать. Напоминаю, что имеет анатомический изгиб, как повторение позвоночника. Это не видно на видео, но ощутимо рукой. Вот здесь вот выступ под лордоз, вот он, поэтому я и выбрал это кресло. Вот, оп, и здесь вот идет выступ такой вообще маленький, там максимум, наверное, сантиметр. Еле ощутимый, но это так приятно спине. Так, ладно, смотрим дальше. Подушка для головы, подушка, валик под спину, ни разу никогда не использовался этой штукой. Сколько, пока за 4 года пока сижу в этом айконе. Также есть лямочки, но если будете пользоваться, то только его прикладывать. Потому что лямками здесь, ну, нереально вообще зацепить ни за что. Поэтому лямки есть, но воспользоваться ими нельзя. Так. Посмотрим на эту коробочку с комплектацией. Тут у нас все стандартненько. Декоративные планки, ключи, болты, два флажка для управления мультиблоком. Колеса, успокоители на штоках, все это есть. Газлифт, пыльник, все на месте, все новое, все запечатано. И мультиблок. Оп, оп. Все проверяю. Напоминаю, что эта гайка регулирует упругость пружины в режиме качания. Под свой рост и вес настраивает ее методом кручения влево или вправо. Все. Ну, для интереса можно взглянуть, когда эта деталька была изготовлена. Здесь у нас гравировочка. 21 год, 4 месяц. Это изготовлена эта деталька. Так, вроде все. Осмотр прошел. Это у нас был, напоминаю, айкон, Noble Cherry айкон, гибридная эко-кожа, цвет Ява, соответственно, коричневый, для Владимира, город Саратов. Вес пользователя, вес и рост 183-85. Вполне идеально подходит кресло. Вот под такие параметры.